Михаил Кулумбегов в любую поездку берет с собой мастихин и краски. В этот раз художник отправился в столицу Одинцовского округа. Его заинтересовали сразу две достопримечательности города – арка и Георгиевский собор. Подбирает выгодный ракурс, раскладывает мольберт и приступает. 30 минут и картина готова. Обычно художник пишет ночную Москву, но в этот раз сделал исключение и остановился в Одинцове. Говорит, что работать над картиной долго не в его стиле. В своем творчестве он стремится к максимальной лаконичности и содержательности. Я хочу 2-3 мазка уложиться, если получится. Уложиться в каком смысле? Сделать 2-3 мазка, но чтобы было все. Там может ничего не быть, но будет все. Это очень трудно передать. Это надо почувствовать эту ситуацию, чтобы ты это передал. Работы Михаила Кулумбегова украшают коллекции ценителей искусства по всему миру, опубликованы на обложках и в каталогах современной живописи. Сам автор родом из Южной Осетии, а сейчас живет в подмосковном Галицине. Здесь у него творческая мастерская и приусадебный участок, на котором он сам выращивает цветы, чтобы потом их писать. Это я сам сажал, чтобы писать, потому что запах они такого, но они красивые. Я к соседям проходил, говорю, я у них брал. А потом говорит, возьми, посади. В прошлом году посадил, вышло. И знаете, что все, что сажаю, все выходит у меня. Художник ставит цветы в вазу, накладывает краски на палитру и берется за любимый мастихин, которым пишут уже больше 30 лет. Еще час, и новая работа готова. Теперь осталось только дождаться, когда высохнет краска. А это процесс весьма продолжительный, занимает около месяца. Он настолько виртуозно исполняет свои этюды, что за полчаса 40 минут, когда идет работа над его этюдом, он добивается мастерства и результата полноценной станковой работы. То есть это станковая выставочная картина, законченная. То есть вы понимаете, в этом и есть вот смысл его уникальности. Кулумбегов не только живописец. В первую очередь он скульптор-монументалист. Дом художника украшают фигуры, сделанные мастером в различные периоды его творческой деятельности. Скульптура – это что? Скульптура – это форма пространства. Она здесь большая, а вот если туда вынести, она то, что надо. Скульптура делается побольше. Даже если рука в воздухе, надо его больше лепить, чтобы она не терялась. 3 или 4 раза в неделю Михаил Кулумбегов ездит в Москву и пишет пейзажи. Особенно по душе ему ночной город. Через несколько лет он планирует сделать выставку «Москва глазами осетинского художника». 19 октября в эфире нашего канала смотрите специальный репортаж о жизни и творчестве художника и скульптора Михаила Кулумбегова. Елена Кравченко, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».